Я не замужняя мама. Госпожа Ида, у вас есть дочь? То есть, как вы вырастили ребенка среди такого успеха? Любовь. Человек может и строить карьеру, и воспитывать ребенка. Стоит только захотеть. Но если нет любви, то ничего не будет. Ничего. Я не хочу. Ребенка делают два человека, не так ли? То и что теперь нам делать, если я не хочу? Надеюсь, что ты не беременна. Да, я больше не могу тебя видеть. Ты испугался женщины, которая любит тебя больше всего. Мысли